Баню ушли уже. Да не бубни ты там. Здравствуйте, мои хорошие. Ребят, ну как классно мы посидели. Приходите вы чаще. Ну чё мы так редко встречаемся? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль, сможешь засиять еще ярче звезды. Если бы слезы твои были водой. Под столиком в кафе я увидел кошелек. После завтрака я у администратора спросил, не терял ли кто-то. Она сказала, что не знает. Дома я проверил, что внутри. Там оказалось около 30 тысяч рублей. Я дал объявление, что нашел черный кошелек с деньгами. Поскольку хозяин не объявлялся 2 недели, я решил их потратить и купить себе новенький ноутбук. После моей покупки вечером мне позвонил человек, который сказал, что потерял черный кошелек, и назначил встречу в лесополосе. Было слегка некомфортно ждать в безлюдном месте неизвестно кого. 30 минут никого не было, и вот подъезжает черный гелик. Thank you.
моей жене не понравилось, что я веду эфиры. Она зашла и устроила настоящий скандал. Я что угодно мог ожидать, но что прилетит удар по лицу, это уже перебор. Мы очень сильно поругались, и я решил от нее уйти. Я надеюсь, что все теперь у меня будет хорошо. Надежды, счастья и любви пошлет нам небо паруса. Мы так хотим. А ты куда собрался? На свидание собираюсь, Юль, опаздываю. Погладь, пожалуйста, я побежал. Ну все, давай быть молодцом.